Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в RimWorld, и у нас в прошлой серии выпал радиоактивный дождь. И очень хорошо, что вот в позапрошлой серии, да, или когда там-то я еще начал готовиться к этим осадкам, и, в общем, очень хорошо, что мы таки подготовились. Ну, я надеюсь, что мы подготовились достаточно хорошо, и что у нас как бы проблем сейчас не будет. Единственное, что вот надо было бы выключить вот эту вот штуковину, да, она, блин, ну короче. Надеюсь, что с энергией проблем у нас не будет, потому что если начнутся проблемы с энергией, то это все, это беда. Вот, и на вот этих маленьких плантациях, где у нас были посадки ксеригиума, давайте мы будем сейчас, ну которые уже повырастали, да, будем растить рис. Вот здесь вот, кстати, тоже можно рис поставить. В любом случае мы будем переделывать все вот это вот дело, поэтому пока что пусть растет рис там, где вырос уже ксеригиум. Ну вот здесь, по-моему, тоже, да, надо рис посадить. Да. Тони, почему ты на полу спишь? Тебе кровать не успели построить. Блин, в натуре ему кровать не успели построить. Потому что дерево закончилось. 5 дерева. О-о-о, да, у нас дерево закончилось. Беда. Беда. И вот две кровати мы не успели построить. И один Тони у нас теперь спит на полу, значит. К сожалению. Ну, что поделать. И медикаменты, наверное. Давайте будем пока что... Пока у нас осадки токсичные, давайте добавим сюда медикаменты. Вот, я думаю, они быстренько их сейчас заберут. Вот, да, молодцы. Только что, нельзя было все сразу забрать? Непонятно. По одной носит. Только олени. Олени. Или у них там какое-то качество может быть разное, и поэтому... Да нет, пофигу, все. Непонятно, короче, что они по одной штуке начали вот это тянуть. Хорошо, что у нас были запасы мяса, хорошо, что у нас были небольшие запасы тех же рационов, да, и мы теперь сможем как-то пережить все вот это вот безобразие. Единственное, что все портится, то, что мы тут не успели, да, пособирать, но от этого никуда не деться. Тут уж ничего не поделаешь, как говорится. Кстати, вон еще одна скульптура. Отличная, 620 качество. Как, кстати, у них настроение? Давайте посмотрим. О, это зона, да. Скромные запросы, простое общение. Замечательное место. Красивое место. Очень красивое место. Здесь очень красиво. Давайте, может быть, еще одну поставим. Посмотрим, будет ли какая-то разница. Вот это вот, да, она такая непонятная. И место, я думаю, ну, все равно по-прежнему будет просторным. Поэтому давайте поставим здесь. Мы сюда можем спокойно ходить. Мы, в принципе, продумали довольно неплохо вот эту вот часть базы. Так. А мне даже интересно, чем закончить. Слушайте, это если... Не будут под токсичными осадками тухнуть, не будет огонь тухнуть, да, если молния бьет. Молния вроде как бьет куда-то, или не бьет? Ой-ой-ой. Если под токсичными осадками огонь тухнуть не будет, а он не тухнет. Вау, это все. Это хана. Ну ладно, я думаю, может быть, пожар не дойдет до нашей базы, если отсюда не дойдет он, да, до нашей базы. То если молния бахнет нам в базу, это все. Привет. О, ну хоть прошла вроде, да? Прошла. Муфала жалко. Погорят сейчас, бедолаги. Да все тут погорит сейчас к чертям. Бронежилет тут гниет уже черти сколько, никак не заберу. Ну и в ближайшее время мы его и не заберем.
не заберем, совсем не заберем. Да. Зато как приятно дверки туда-сюда. Вжик-вжик-вжик-вжик делают. Внутри 12. Кстати, надо все-таки включить обогреватель. А тут что-то... холодновато внутри. О, дождь пошел, ну хоть так. Тут хотя бы муфало не погорят. Блин, классно, да? Огонек тухнет под дождем. Ну, не знаю, игра просто суперская. Мне вообще очень нравится. Разработчики молодцы. Так, а что здесь у нас? Почему начал пропадать дьяволонитник отсюда? Куда? Куда? Куда ты деваешься? Алло. Я что-то не понимаю. Или землю застилает земля застилается радиоактивными осадками. И... замшелая почта. Я, короче, не знаю. Ну, короче, да. Видимо, что что-то здесь не то. С почвой. И к добру это дело не приведет. Ну, хорошо, что хотя бы работают наши солярочки. Не солярочки, солярочки вроде днем работали тоже, не помню. 21 час. Не помню, кстати. Может, и не работали солярочки. Но хорошо, что работают геотермалки и наши ветряки. Хоть как-то. И у нас запас энергии есть такой нормальный. Хоть и турельки у нас там стоят, да? Туда-сюда что-то есть. Главное, чтобы этот запас энергии у нас не вырубился. Тони, как... расскажи. Замечательное место. Замечательное. Замечательное все. Место теперь стало... Он отдыхает просто в облаках рая. Класс. Красивое место. Но что-то он не в таком восторге, как все остальные. А у этих ребят очень скромно. Тоже красивое место. Да, все они, короче, да, довольны. В принципе, все. Потому что кушать-то все равно все сюда ходят, да? И довольны, в принципе, все. И, кстати, еды-то меньше и меньше становится. Так, а построить больше этих мы пока не можем, потому что у нас нет металла. Ну, на складе у нас вообще нет металла, да? И, блин, вот посадки наши. Курочки, кстати, с голоду подохнут. Ай-яй-яй, вот я об этом не подумал. Вообще не подумал. Блин, курочки. Курочки. Вот это пиратский торговец. Мы с ним поторговать не сможем. Прогресс яйца 60%. Через 60... Короче, через еще там какое-то время вылупятся мелкие. И может быть... Они хотя бы у нас останутся. Может, еще яйца пооткладывают. Кстати, он Egg Progress. Может быть, да, еще отложат яйца. И может быть... Если мы хотя бы их не спасем, то их потомство спасем. Вот не достроили пару дверей, так бы хотя бы мы их там смогли бы покормить, да, и хоть как-то... Может, бильярд им поставить сюда? Чтобы уже наверняка... Слушайте, а почему вот всякие вот эти белки? Почему им пофиг на токсический осад? А, вон, да, да. Она, короче, просто какими-то, наверное... пузырями покрывается токсическими. Вот это надо было подругу вывести. Превратилась бы в супермутанта какого-нибудь. Вот было бы круто. А мы ее, кстати, она с голоду сейчас тоже помрет, наверное. Мы ее-то тоже, она сейчас где? Вот потребности. Да. Меня забрали органы. Сколько? Еще чуть-чуть. Голодает. Ну да, она сейчас реально с голоду помрет. Но зато от нее избавимся таким образом. Что поделать. Хотя, может, еще настроение у всех упадет, потому что с голоду умер. Хоть и пленный, но все равно они такие дураки. На них нападают. Но, с другой стороны, все равно мораль, конечно, понижается, да. Не поспоришь. Что, давайте, наверное, скорость побольше мы поставим. А то, в принципе, мы ничего интересного тут не делаем. Мы просто ходим. Спим, едим.
Да, солярочки работают днем, все прекрасно, значит, с энергией мы... Если ничего не рванет, то все будет хорошо. И... Кстати, вот тут вот скоро вырастут. О, картошечка выросла, хорошо. Вот здесь давайте мы посадим рис. Рис. Вот эти вот соберем и тоже посадим рис. Ну-ка, на плиточку, интересно, хватит? На паркетик вот сюда и сюда. Чё там? О, вылупились. Зафорбидим, чтобы не забрали. А то заберут и съедят яйца. Ну, главное, что настроение ни у кого не падает, все даже просто довольными становятся. Хоть у них и общая спальня, хоть они и спят беспокойно, да, но в целом они довольны, потому что и общаются, и время у них множество, чтобы там в шахматы поиграть. Можно попробовать им поставить сейчас вот эту штуковину из блоков сланца, да, почему бы и нет, вот здесь вот в угол. Пусть кидают подковы. Бильярдный стол сюда не помещается, к сожалению. Если кровать мы, может быть, уберем, тогда можно будет и бильярдный стол поставить. Вот. А так, пока что стол бильярдный сюда не лезет никак. Жалко, что посевы наши. Того, короче. Очень жалко посевы. Эх. Так, у нас еще вырос ксеригиум. Давайте мы из него рис делаем. И здесь тоже рис делаем. И здесь рис делаем. И здесь рис делаем. Когда мы просто начнем перестраивать все это дело, будет не так обидно от риса избавляться. На 33%. Рис. Здесь рис уже есть. Так, хорошо. Ну и рисом, смотрите, неплохо так собрали. Так что с голоду мы не помрем, я думаю. Рис вроде довольно быстро растет. Тем более на гидропонках он растет еще на 26% быстрее. Так что да. Здесь пока что все хорошо. Фонари потом отключим вот эти. Оставим только две. Может быть, даже переделаем немножечко само вот это вот здание, чтобы было более... место удобным. Ну, короче, да, будем тут перестраивать немного. Или лампы перенесем. Лампы можно? Нет, лампы только разобрать. К сожалению, можно. Куда там молния бьет? Не надо молнии, не надо. Только не молнии. Пожалуйста. Только, блин, пиратский торговец. Но это он уже улетел, по-моему, да. Все, молнии прошли, хорошо. Пережили мы молнии. Вот белка, кстати, сдохла. Токсичная. Блин, это же ее жрать теперь, наверное, нельзя. И муфала. Все подохли. Все подохли. Зайцы. Все. Абсолютно все. Да. Да. Мертва уже 13 дней. Так мы ее и не похоронили. Не сожгли, точнее. Эх. Ну, короче, потом можно будет действительно еще соединить, допустим, вот здесь вот туннельчик сделать, вот здесь вот туннельчик сделать. И эту больничку можно будет в такую спальню-больницу сделать. И вот сюда вот еще попробовать тоже соединить. Если не до комнат, да, до отдельных, то вот здесь вот без проблем можно будет объединить. Ну и двери здесь поставить, чтобы можно было выходить, да. Вот как-то так. И во дворе вот здесь еще можно будет турелей парочку поставить на всякий случай, потому что любят иногда высаживаться прямо на склад. Блин, курочки уже. Курочки мои. Курочки, как же вы? Как же вы? Голодные-то, без еды. И маленькие цыплятки, кстати, сколько они, через сколько они вырастут, интересно.
до нормального состояния. Да. Но, конечно, меня порадовало то, что мы к этому всему безобразию успели подготовиться. Это действительно было здорово. Если бы не было вот этого туннеля, если бы, да, к еде, то мне кажется, что мы бы сожрали вот это вот уже все. И все. И все наши посадки к Сиригиуму опять бы там... Ну, да, они просто, наверное, испортились, мне кажется. Вот. А так, в принципе, мы смогли. Смогли. Курочек только жалко. Кстати, кровати ничейными стали. Но мы еще не смогли, на самом деле. У нас еда-то заканчивается уже потихоньку. Смертельно... А, ну это да. Стоп. Хаска, ты куда? Я не понял. Ты че вообще? Ты далеко собралась? М? Ты вообще нормальная? По-моему, она ненормальная. Радиоактивная хаска. А, нет, смотрите, ее не успела облучить. Рейд! Оу. Простите, пожалуйста. Что нам делать? Они нападают сразу же. А что нам делать? Слушайте. Вот они такие нападают, значит. Ну ладно, наши турельки там немножко их как-то притормозят. Совсем самую малость, потому что турели у нас тут не подключены. Вот здесь тоже не подключены. Горит. Где-то что-то уже горит. Слушайте, а что тут горит? Не совсем понятно. Вот они не могут добраться до людей, и поэтому... Короче, все печально на самом деле. Как у вас? Блин. Так. Двери ломают. Может, эти турели их остановят еще, да? Сейчас они перебьют вот этих вот троих. О, смотрите, этот... Ну, он ненадолго выжил, да. Ему еще недолго жить. Ой, они сжигают, наверное. Ой-ой-ой, а чё повыходили, я не понял. Чё повыходили? Средний палец левой руки уничтожен. А чё вы повыходили-то, а? Я чё-то не вкурил на самом деле. Это вот смешно, конечно. Он просто, короче, да, помрет. Ну, разве что нашему этому, да, плохое настроение у Райана. Райан, иди отдохни. Ты еще успеешь выспаться, наверное. Смешно. Сколько? 15% только. Так, какие у нас потери? Смотрим, геотермалку и 3 солярки. Ну и наши посевы. Большую часть наших посевов. Ну и еще одну геотермалку снесли. 2 геотермалки. Но это потому, что у нас не было бойцов снаружи. Спать пошел.
Если бы у нас, возможно, были снаружи какие-то ребята, да, то, может быть, не может быть, а, скорее всего, на них бы сагрились и не начали тут все сжигать нам. А вот теперь у нас могут начаться проблемы с энергией, потому что повыключать мы тут не можем ничего, да, и определенные проблемы могут начаться. Правда, не совсем понятно, почему они выходят наружу, когда... Наверное, им надо было только вот одну клеточку, да, рисовать, и все, и запрещать ходить, ну, стенки, короче, не трогать, чтобы они внутри стен только были. Может быть, это как-то бы повлияло. Даже не знаю. Ну, кстати, давайте посмотрим по настроению. Клаустрофобия легкая, потому что на улицу не выходит. Ой-ой-ой, может клаустрофобия выйти. Печально. Беспокоен, замкнутая общая спальня, завистливая, изношенная одежда. Ну, в принципе, на самом деле, от того, что умер с голоду вот этот вот пленный, ничего страшного не произошло. Всем пофигу. Это замечательно. Может быть, мы тогда, раз такая у нас пьянка, может, Гейб такие... Ну вот, он не может выйти, да, потому что запрещено. А вот сюда вот это вышла подруга. Починить дверь, по-моему, она вышла. Я не понимаю, если честно, как это работает. Ой-ой-ой. А с другой стороны, у нас еще еда заканчивается. Кормить куриц точно не стоит. Зато можно яйца их забрать и съесть. В принципе, рис у нас там есть. Блин, не знаю. Как лучше было бы сделать. Курочку жалко на самом деле очень. Вот. Жалко нашу всю энергию, потому что у нас теперь просто падает энергия очень-очень сильно. Давайте хоть как-то будем экономить. Я, правда, не знаю, нам ничего не дало. Но все же. Может быть, один обогреватель выключим. Давайте попробуем здесь. Но это тоже нам как бы роли особой не сыграет. Ну, много еще, блин, не знаю. Смотря насколько у нас этот Fallout затянется. Вот все, что от белки осталось, жесть. А где этот? Это тело, которое тут было. В неизвестном направлении скрылось. Все наши посевы. Все, что нажито непосильным трудом. Вот так вот. Мы, короче, отстали в развитии теперь жестко. Эти все тоже померли. Да уж. Ну, кстати, турелька даже одна осталась. Даже все три здесь остались. Смотрите, прикольно. Но, конечно, не прикольно то, что энергии все меньше и меньше. Блин. Как же быть-то? Когда уже это безобразие закончится? Все наши посевы. Что там у нас? Какой? Июль? Уже и до зимы скоро. В смысле, недолго до зимы осталось, да? Блин. И запасы мы на зиму таким образом не сделали фактически. Ладно, зимой бы этот токсический Fallout начался у нас. А так... Реально мы теперь просто не успеваем ничего. Ну, с другой стороны, если мы еще гидропонок понаставляем когда-нибудь, просто плотненько сделаем, да, все это дело, выключим вот эти две лампы, то зиму мы на гидропонках, я думаю, переживем. Но проблема в том, что за вот этот вот месяц или сколько, да, у нас тут было, времени уже прошло, мы могли на самом деле нехило так развиться. Блин, уже курица без сознания валяется. Сейчас помрет с голоду. А все наши мелкие повылупливались. И бобры. Ну, бобры как бы по барабану, они сейчас помрут все. До лампочки. Абсолютно.
Дикие. Что? Что? Ох, бобры пришли и сразу все взбесились. Но они не ломают двери. Как бы в этом у нас сейчас есть преимущество определенное. То есть они, по идее, рано или поздно там помрут. Он уже 8%. 7. 10. Ну, короче, да, скоро просто пузырями покроются, да. Все. Блин, ну энергия, энергия. Энергия. Где наша вся энергия? Стоп, а где наши все медикаменты? Нормальные, я имею в виду. Куда они все делись? Мы вроде бы не израсходовали их все. Израсходовали? А, стоп, что они здесь делают? Чё их сюда перенесли? Приоритет у склада выше. Кто-то вышел сюда, да? Пошел, забрал медикаменты и отнес... Что происходит? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Очуметь. Очуметь. Игра хочет, чтобы мы закончили, да? Все. Все. Все, это все. То есть вот так, вот это комбо. Это просто комбо. Это комбо. Еще недавно я радовался, что у нас куча гидропонки стоит, да? Мы сможем выращивать рис, пока осадки не пройдут. Но не тут-то было. Не тут-то было. Нет теперь у нас гидропоники. Нет. Нет у нас энергии. Нет у нас тепла. Ну тепло-то ладно, еще на улице не так холодно, хотя... Хотя да. Нет у нас ничего. Даже хмель испортится скоро. Ну не, может не скоро, но испортится. В любом случае. Это трындец. Это просто трындец. Посетители. Че, больные, что ли? У нас уже бобры даже померли бешеные, наверное. Да, бобры, вы померли? Еще нет? Но это недолго. Недолго. Спать пошли бобры. Или у них бешенство прошло. Пиратский торговец. Да. О, смотрите, у нас энергия, кстати, днем, когда солярки работают, то он начинает набираться в этих. Оптовый торговец. Все круто, конечно. Кстати, у оптового торговца можно было бы еды прикупить. Вырваться все-таки, да прикупить еды у него. Наверное. Ну, вроде бы энергия у нас восстанавливается, может быть. Ну, хотя да, это ненадолго. До ночи. Ближайшей ночью. Да, вот это мы, конечно, комбо отловили. Капитально. И у нас нету металла, чтобы нормально быстренько построить сейчас геотермалки вот эти. Да и тоже неизвестно, когда осадки закончатся. Ну, может быть, написано было, да, что от нескольких дней до месяца. Да. Всем посева. Все померли. Еда заканчивается. Короче, беда.
Ну, кстати, рис еще успевает вырасти иногда, некоторые. Не вся энергия так вот исчезает. Блин, вот эти столы тоже тут некоторые работают, энергию жрут. Что же делать-то? Стол один можно выключить, нам все равно сейчас только не надо, наверное, столов. Курочки подохли. И, кстати, а эти уже выросли, наверное, да, как раз? Пригодны. А нет, еще не пригодны. Куда? Что? Стоп, что? Оу, прошли осадки, прошли. А я даже не заметил. А давно они прошли, слушайте. Давно прошли осадки. Так, все. Все, выходим. Мы вышли наружу, наконец-то. Наконец-то мы вышли наружу. Так, давай. Хаска сюда. Мы вышли наконец-то наружу. Так, мало пищи. Давайте. Майкл, иди. Там торговец. Оружием остался только, блин, тот уже улетел. Я думал, мне сообщение придет, что Fallout закончился. Выброс радиоактивной энергии закончился. Так, хорошо. Давайте быстренько. Геотермалочки. Геотермалочки раз. Геотермалочки два. Подключение. Местами есть, местами нет. Ох, давайте. Вот это вот все можно в металл тоже переработать. Но у нас пока исследование, по-моему, что там? Что там с исследованиями у нас, кстати? Вот механика. Мертвые механоиды быть разобраны на металл, кстати, да. Вот это вот электроплавка. Извлекают металл из кусков шлака и других предметов. Вот эту штуку тоже надо будет. Механоидов будем разбирать и вот это безобразие. Ох, так. Вот это надо, кстати, можно пока выключить. Мы уже потерпим мертвые тела, наверное, какое-то время. Нам сейчас не до этого. Нам бы энергию, поставку энергии восстановить нормально. А там уже такое. Главное, чтобы на нас никто сейчас не напал, потому что это будет жестко. Так, и все яйца, которые ближайшие у нас тут будут появляться, будем это. Будем употреблять. Кстати, Майкл. Сажает. Ладно, я согласен. Ладно, пусть мы кукурузу как минимум пособирать немного успели. И это уже хорошо. Может быть, что-нибудь еще успеет вырасти, да, там. Хотя, наверное, ничего не успеет вырасти, но, короче, да. Такс. Что нам бы? Что можно выключить такого? Блин, ничего выключить вроде нельзя, все нам нужно. Везде и все нужно. Ну, нам просто реально сейчас надежда на то, что наши строители быстро построят по возможности эти. Ген, почему у тебя плохое настроение? Гниющие тела он видел. Ну да, согласен. Подругу хоть убрали отсюда, и то хорошо. Кстати, фонарь этот можно выключить нафиг. Тоже никому не нужен. Как и все остальное, в принципе, тоже никому не нужно. А Ген фигачит подковы. Ох, Ген. Женевьева. Так. Во, хорошо, смотрите, нам, в принципе, энергии хватает, да? У нас вроде бы не успевает портиться вот эта вот штуковина. Что мы можем выключить? Давайте кузнечный верстак выключим. Портного стол выключим.
Скульптуры, это все не требует энергии. Хорошо. Вот это к Сиригиуму посадили тоже. Он вырасти уже 100% не успеет. Это факт. А, это тоже мы все профукали. Салт. Проект. Чего-то там проект. Может, занят проект. Кстати, давайте поохотимся на кого-то. Может, кто-то тут еще... Блин, сколько здесь мертвых тел после этих радиоактивных осадков. Это жесть. Это просто жесть. Новые у нас еще не пришли, насколько я понимаю. Животные. Я никого не вижу. Никаких животных. Только мертвые тушки. А ты куда пошел? За металлом. А, вот, кстати. Здоровые олени. Здоровые олени. Ой, ладно, ребята. На этом мы пока что закончим. Будем как-то пытаться выживать дальше. Следующая серия. А пока что всем спасибо за просмотр. Всем пока. Ну, кстати, надо варгов пристрелить быстренько, пока они тут не обезумели. Если это хорошая идея вообще. Я надеюсь, что хорошая. А, кстати, они могут всей стаей, может быть, напасть на нас. Это вопрос. Вот это вопрос хороший. Как они будут действовать? Ну, посмотрим. Ладно, ребят, в любом случае, всем спасибо за просмотр. Всем пока. И увидимся в следующей серии. Надеюсь, не в последней. Сегодня мы знатное комбо отловили, конечно.